Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Так, а вдруг сейчас там будет такой контент, за который могут забанить? Поэтому нужно, знаете, что сделать? Я понял. Надо просто камеру чуть-чуть отвернуть. Убили, да? Да. А, нет, похилил. Ссылка, ебать, может он на ВК кинул? Опять этот донит? Чё? Тварь ёбаная, блядь! Пошёл нахуй! Иди нахуй, иди сюда! Иди нахуй, иди! Блять, я разрываю всех нахуй! Иди сюда! Ну, привет! Привет! Что? Energy drink скинем или ночью? Блять! Пацаны, это были... Машина, враги, враги, блять! Блять! Это пизда. Я тебе сейчас покажу клип, как это было, енот, ты охуеешь. Убивай, Айрон. А, на телепорте можно резаться? Не знал. Еще морж. Он идет ко мне. Пошел ты нахер. Да, на телепорте можно резаться. Да какой ГГ? Я бегу, я убегаю от него, у меня бокс. Нет. Короче, Андрей, смотри, если есть только морж, соло морж и больше никого, то бежишь за ним до конца, до посинения. В один момент он затупит и пойдет обратно. И тут бежишь за ним, но да, сейчас я за моржом побежал, ага. Собаки еще какие-то. Собаки дерутся с моржом. Морж дерется с пингвинами. Что происходит? Пингвины напали на моржа, боже мой, я комментатор драки. Так, собаки кусают моржа. Пингвины налетают на моржа, 135 хп у него остается, собаки продолжаются грызться с пингвинами, минус пингвин, остается 3 пингвина, минус еще один пингвин, 2 пингвина против 2 собак, 1 хп у собаки, боже мой, минус собака, остается 1-2 пингвина и 1... Так, а эти почему не помогают пингвины? Морж просто расстреливает пингвинов, они ничего не делают. Один нюанс такой, у меня кончился камень, ладно, давай. Хочу на таран, я уже одного убил. Сейчас тоже убью. Come on, baby, light my fire! Ай, зараза! Наш корабль, он уходит! Он уходит, сука, он уходит без нас. Парни, пользуясь случаем, пока я популярный, пока все там популярных стримеры не стримят. И немножечко людей ко мне набежало, парни. Вы обязаны подписаться на мой инстаграм. Это очень важно, потому что я там во вторник в 12:30 заходите в сторис, я там дрочу, меня не банят. Так что вы обязаны подписаться, парни, ебать, и ставьте лайки, это пиздец, это москвич, парни, господи. Храни вас бог.
Если Иисус есть, он на вашей стороне. Ну неужели на лаке сейчас вытащит эту игру, ребят? Ну Бен, ты, я смотрю, стараешься. Да, Бен, это твой прихвостень. Я вижу, что ты стараешься, Бен. Ты стараешься, но ты будешь сосать! Сосать, Бен, сосать! Сосать! Никакой лак, я вам сказал. Никакой лак не помешает мне второй раз взять легенду. Вы поняли? Это не случайно. Все, нет больше случайностей в этой игре. Ноги, я взял легенду. Очень-очень впечатляющая игра до кончиков пальцев. Главное, не нервничай, если что-то пойдет не так. Будь готов к приключениям, будь готов к сложностям, к трудностям, к преодолению, потому что это именно то, что делает из мальчика мужчину. Не перебивай меня, блядь, из мальчика мужчину, что делает. Все, спасибо большое. Удачного стрима. Да, спасибо большое вам. Хорошо. Хорош! Ломайте их дальше! Ломайте дальше, ребят! ПКшников бейте! Бегайте! 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 ПКшников бейте дальше! Пиздец! Донатьёна! Спасибо вам, господин! Спасибо! Да пошла ты нахер! Так... Ну это привет, Ютуб. Ну это привет, Ютуб. Блять. У меня типа маленькая комната, я не смогу играть и так, и так. И Маша, короче, мне в ВК пишет: Тереха, приезжай ко мне, у меня большая хата. Это все, что я вижу в ВК, типа, что высвечивается на телефоне. Я открываю сообщение. Третья строчка: спать будешь с Алькором. Блять, что за кликбейты? Знаете, возможно, мы как Титаник идем в скалу. Нам нужно лево руля. Очень срочно. Настолько срочно. Быстро, маневр. Кидай якорь. Я уже внизу, я готовила тандеры. Нет, пятница, наверное. Хотя мне еще посрать, какой день. Суббота пускай будет. Да. Твой цвет глаз голубой, карие у меня глаза, 1.89 м, что ли, или 1.91 м. Твой цвет волос русый, да, я русый, пускай у тебя бы. Блять! Блять! Ну я нахуй, блять! Ну его нахуй, пацаны, эти тесты, блять! Лани Александр, блять! Ебать! Хуесос, блять! Слышите? Ааа, хуесос, слышите, на стрим пришел, понял. Мать твою ебал, блять, грек ебучий. Мудила, блядь. Ну, встречу на Нане, нахуй, окей. Поздороваюсь, руку пожму. Тому дауну. Окей, чё. С Иннером подойдем, поздороваемся, не знаю, фотку сделаем, селфи. Эти. Угады, блядь, прям. Сука. Господа офицеры, бля, реально гвинт делает человека ебанутым, это очевидно, бля, это опасная игра, чуваки, мне нужен перерыв, мне нужна успокаивающая музыка, мне нужно что-то, что приведет меня в... Камрады, знаете,
Спасибо всем, кто сегодня подписался. И помните, самое главное, ничто не истина, и все дозволено. Тысячи чертей мне в рот и в жопу! Ну вот в жопу нам только что.